Друзья мои родные, у нас только что прошел сеанс правки сакральной геометрии Юлиного божественного тела. И мне бы очень хотелось, чтобы Юля поделилась своими ощущениями и донесла до вас какие-то важные свои мысли относительно того, как ценно и важно делать массаж для своего божественного тела. Я чувствую легкость. В теле. Моя родная, вау! Это самое главное. Спасибо огромное, да, это очень телесный контакт, очень помогает, расслабляет тело и наполняет энергией. Наполняет энергией? Да. Вот это очень важно, потому что на энергию нам приходит успех и удача, правда? Я так чувствую. Юля, я знаю, что у тебя есть какая-то история из жизни, когда волонтеры проводили некий эксперимент? Нет, они не проводили эксперимент. Расскажи об этом. Когда я жила в Москве, я общалась с волонтерами, которые активно помогали в детских домах детям. И меня на этой волне занесло в одну из больниц, в которой находились дети, отказники. То есть эта больница была детская при роддоме, при родильном отделении. И это были недотроганные детки, да? Да, да. Смысл в том, что я своими глазами увидела, насколько пагубно может быть влияние отсутствие контакта, потому что эти отказники, детки маленькие, они лежали в своих кроватках, то есть условий в больнице не было никакого. Никто их не гладил. Только медицинский персонал, ни родитель, никого абсолютно не было, а медицинскому персоналу этой больницы им было некогда заниматься детьми. И что в итоге? И эти дети лежали, они очень сильно отставали в развитии. Вот так, родные. Поэтому самое главное питание для тела – это касание. Поэтому любите свои божественные тела, помните, что это ваши божественные храмы, о которых нужно заботиться. И на эту жизнь, на это воплощение вы выбрали только один храм, и в нем нужно наводить каждый день чистоту, порядок и питать его чувственными касаниями. Согласна, Юля? Да, да, однозначно. Вот Юля сегодня свой план минимум выполнила. Обещаешь мне на регулярной основе напитывать свое божественное тело касанием? Конечно. Вот, отлично. С удовольствием. Вот так. Ну что ж, родные, увидимся на сессии. Пока-пока.